вот спишь ты себе, спишь, утром никого не трогаешь. Приезжает косилка и вообще не смотрит на то, что ты что кто-то может спать. Добросовестно косит травку прямо возле твоей машины. Я ничего против не имею. Это их заправка. Просто было неприятно, и я решила высказаться. Я ж не пойду высказаться ему, он меня не поймет. Ладно, я собираюсь на загрузку. Хорошего вам дня, всем, кто смотрит. Спасибо большое. Погнала я. Get up, stretch my legs. Brush my teeth up, wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go. Я сейчас на выгрузке. На выгрузке во Франции. У меня сегодня было такое желание, настроение. Попасть. Я, в общем, в самой северной точке Франции, практически у моря, 7 километров. Думала, что успею заехать. Надеялась на это, по крайней мере. Вот. Но не судьба. После выгрузки мне написал экспедитор, чтобы мне ехать в сторону Парижа. Так что я потихоньку отдаляюсь от своего желаемого. Думала побыть на пляже. Вот. Позавтракать на пляже. 10 утра сейчас, я еще ничего не кушала. Вот. Всегда получается так, как хочется. Вот. Эта часть Франции такая прям аграрная, не знаю, как-то очень много полей, рассады очень много. Я привезла тоже какие-то растения на фирму.
Везла товар в каких-то ящиках. Там, точнее, палеты были. На палетах. Палеты такие трухлявые. Пока они их ёрзали, грузили, нападало там всякого мусора, надо было убраться. Вот. Я сделала паузу, поела и собираюсь выдвигаться. Еду в сторону Парижа. Где-то там должна быть загрузка. Вот. У меня пропало сегодня настроение, потому что я хотела быть на море сегодня очень сильно. Я расстроилась, что у меня не получилось. Просто себе придумала, что смогу на пару минуточек заскочить. А по итогу мне нужно было ехать в другую сторону. А по своим делам кататься я не стала. Ну ничего, это не повод расстраиваться. У меня и так вон сколько выходных прошло в хороших местах. И я считаю, что последние недели у меня прям очень хорошо получилось отдохнуть. Еще успею на море. Сегодня походка так себе, может быть. Короче, я себя успокаиваю, как могу. Ехала где-то час по Энке, сейчас скажу, Н12 во Франции. Я не могла остановиться на паркинге. И мне главное, что на параллельной стороне были паркинги, а на моей стороне нету. Они были, но, в смысле, заправка была, но она была на ремонте. Какие-то карманы, которые забиты фурами. И не было ни одного зеленого паркинга. Что обидно. Так что мне пришлось ехать с автострады. Я увидела парковку для маленьких машинок. И как хорошо, что не было ограничителя по высоте.
эту кусочек Эйфелевой башни. Когда-нибудь я к ней доберусь, но это будет не сегодня. Как жаль, как жаль. Привет, ребят, и новый день. Я в Варшаве, съехала с трассы и пока что в отпуске. И у меня к вам такое дело. И я хочу поделиться с вами такой информацией. Один человек, которого я очень хорошо знаю, он мой коллега, мы работаем вместе на одной фирме, сейчас собирает с другими ребятами гуманитарку на Украину. И уже они сделали не один выезд. Уже, насколько я знаю, раза три они съездили, если не больше. Вот. И кто на меня подписан в Инстаграме, видели, что я выставляла счет. Они просят помочь им финансово с оплатой топлива на Украину. То есть они гуманитарку собирают сами, все, что там нужно, помочь везут сами, но им нужно только на топливо. И они просят по 10, 15, 20 злотых, кому не сложно. И я тоже, так как я знаю этого человека, знаю, куда идут деньги, хотела бы помочь и помогаю. И решила, что будет неплохо, если я расскажу об этом вам. Если вы мне доверяете, то я оставлю ссылочку на сайт в описании. И кому не сложно помочь, то я добро пожаловать в ряды добровольцев, помощников, потому что есть люди, которые этим занимаются, и я считаю, те, которые за границей, которые, так как мы с вами просто работаем и не имеем возможности это делать самостоятельно, мы можем помочь нашему фронту, нашей Украине материально. Так что слава Украине! Вот, вам всем привет, здоровья и с праздником Пасхи! Поздравляю! Желаю вам светлых дней, любви, добра и Божьего благословения. Так что, друзья, на этом заканчиваю свой выпуск. Спасибо большое за то, что смотрите. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки. Вот, до следующего выпуска.